Сегодня, когда над Россией после стольких лет тьмы забрежил рассвет надежды, позвольте рассказать вам о русском священнике, который всю свою жизнь прожил честно, служа Богу и Отечеству. 50 лет прослужил архимандрит Воссиан в Осташкове у мощей великого русского святого, преподобного Нила Столобенского. Полвека служения на одном месте – это небывалый случай. Начинаем рассказывать о жизни отца Воссиана в день его рождения, 19 января, когда церковь празднует крещение Господне. В этот день после литургии торжественным крестным ходом осташи идут на Селигер, к Иордане, и служат молебен на освящение воды. Сходяшь нань, и глаз бысь небесе, ты сын мой возлюбленный, о нем же благоволи. Великий, угодниче, преславный, чудотворче, собранного зде о тебе стада Христова, бодрый пастырю, и обители сия, Богом данный начальниче, Ниле всеблаженне, избави же всех веры несомненных к Богу приходящих, и многоцелебные мощи твоей благоговейно почитающих, от всяких бед, душевных и телесных, от всех томлений и прологов дьявольских. Буди печальным утешитель, недугущим врач, напасым помощник, нагим покровитель, давицам заступник, сирым защитник, младенцем питатель, старым укрепитель, странствующим путевождь, плавающий кормчий, и с ходатайством всем крепкие помощи ты усердие требующие, всяжека спасение полезное. Яко твои молитвами наставляем путь на земли, маловременного життя нашего без бедни совершим. Улучшим же на небеси нескончаемый покой и прославим купно с тобою все благодать едино в Троице славимо Бога, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Архимандрит Васян родился в 1928 году в деревне Войниловичи Несвежского района Новогрудского воеводства. В начале 20 века эта белорусская земля отошла к Польше. Таким образом, маленький Володя Шуста, это мирское имя отца Васяна, родился в Польше и учился в польской школе. В 1939 году фашистская Германия напала на Польшу и разгромила польскую армию, а советские войска заняли ряд восточных областей. Отцу Васяну было в то время 11 лет. Там была восстановлена советская власть. Там была восстановлена советская власть. Там была восстановлена... И фашисты, и советская пропаганда безбожно врали людям. Однако в Польше немцы долго не задержались и через 2 года двинулись на восток. Для советских граждан это был просто рассвет еще одного летнего дня. По всей границе от Балтийского до Черного моря 3 миллиона немецких солдат выдвигаются на боевые позиции, ожидая приказа фюрера начать самую большую и самую кровавую из войн, какие только знала мировая история. Самый затяжной и самый жестокий конфликт между двумя нациями известной мировой истории вот-вот начнется. Без объявления войны германские войска напали нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбежке. Не все знают, что после объявления войны первым выступил не Сталин и даже не Молотов. Первым бесстрашно выступил по радио митрополит Сергий, местоблюститель патриаршего престола. Он прямо тут же выступил, сразу после, прямо на литургии, проповеди сказал, только услышал, по ним сказали, а потом по радио выступил сразу. Знаете? Он же и по да. радио. Он же выступил по радио. И да. Пустили. А он никого не спросил, вышел и пошел. Там был шок, представляете себе, что допустили. Такие моменты, они, знаете, Сталин сказал «братья и сестры», понимаете, когда обратился, понимаете, никогда так не говорил, понимаете. «Братья и сестры», понимаете. Вспомнил и Александра Невского, и Дмитрия Донского, понимаете. Вот, и потом всех, и Александра Суворова, всех вспомнил в своей речи он. Товарищи, граждане, братья и сестры, бойцы нашей армии и флота, к вам обращаюсь я, друзья мои. Вероломные военные нападения гитлеровской Германии на нашу родину, начатые 22 июня, продолжаются. От героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей, травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещаны одним, мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть мне 25. Война началась 22 июня. Это была неделя всех святых в земле российских просиявших. И Гитлер, наступая на, вот, начиная войну, он хотел победить не только русский народ, не только Россию, понимаете, но и русских святых, понимаете. Вот за его эту гордыню, за его, так сказать, такое отношение, ну, видимо, так же устроил. Вот, и, конечно, русские святые, и в том числе преподобный Нил Столбенский, конечно, они молились, так сказать, за Россию. Но насколько у русского народа, вот, понимаете, у православного народа, церковного народа,
развит патриотизм, понимаете? Отечество пали, забыли все обиды, забыли все, понимаете? И все встали на защиту Родины, понимаете? В 1941 года немцы вплотную подошли к Москве. До сих пор военные аналитики ломают головы, каким образом Москва выстояла. Лишь немногие знают, что митрополит гор Ливанских Илия 3 дня молился Божьей Матери и получил от нее откровение, что по всей России должны быть открыты храмы и монастыри. Священников нужно возвращать с фронтов и из тюрем, а также совершить крестные ходы с Казанской иконой Божьей Матери, иначе Россия погибнет. Сталин получил это сообщение по каналам Красного Креста и немедленно выполнил. В 1947 году по приглашению Сталина митрополит Илия посетил Россию. Вот он. Военная хроника тех лет, естественно, не могла донести до нас кадры молебнов, которые были отслужены на фронтах перед наступлением, как кропились святой водой войска, как у немцев без видимых причин разом отказывало все оружие. Но факт налицо. Мы с помощью Бога выстояли вопреки всей военной мощи фашистов. 9 мая в своей праздничной речи Сталин не упомянул о роли церкви для нашей победы. Многие и сегодня думают, что мы победили со Сталином, тогда как мы побеждали с Богом. Фашистская Германия, поставленная на колени Красной Армии и войсками наших союзников, признала себя побежденной и объявила безоговорочную капитуляцию. 7 мая был подписан в городе Эймсе предварительный протокол капитуляции. 8 мая представитель немецкого главнокомандования, присутствующие представители Верховного командования союзных войск и Верховного главнокомандования советских войск подписали в Берлине окончательный акт капитуляции, исполнение которого началось 24 часов 8 мая. Зная волчью палатку немецких заправил. Однако понимание постепенно приходит. Не случайно на празднике в честь 60-летия Победы одним из первых выступил архимандрит Вассиан. Благодатного дня, который обозначил в календаре победоносное завершение Великой Отечественной войны. Ценой неисчислимых жертв, ценой страданий, лишений, напряжения всех сил народ не только отстоял честь, свободу и независимость своей Родины, но принес на европейский континент долгожданный мир и очищение от богомерзкого фашизма. Силен враг, но велик Бог земли русской. Как воскликнул некогда Мамай на Куликовом поле, будучи разгромленный русским воинством. Над нами покров Девы Богородицы Пресвятой, всегдашней заступницы русской земли, за нас молитвы всего святозарного сонма святых в земле нашей просиявших.
То было не только сражение противоборствующих армий, то была духовная битва. Во время во всех храмах происходили ежедневные моления о даровании победы нашему воинству. Было открыто вновь 20 тысяч храмов, в которых миллионы русских людей молились о даровании победы нашему воинству. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. Церковь, как мать, молится о своих погибших сыновьях. 9 мая во всех храмах служатся панихиды о всех воинах, за веру и отечество жизнь свою положивших. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть. Сейчас ни в чем не нуждаются, нуждаются только в молитве. Потому что, как говорят святые отцы, когда мы молимся за усопших, в это время им приходит радость, утешение, свет и тепло. Поэтому вот мы и совершаем панихиды, и церковь специально установила поминальные дни, субботы родительские, когда мы поминаем усопшие. Усопшие всегда благодарны, им приятно, что они не забыты, что о них памятуют, что о них молятся. А молитва как раз может даже возвести в такую степень более высокую, чем может человек даже предположить. Так что, дорогие, всех с праздником приветствую. И не забывайте молиться, пока не усопшие. Тебя паче воинам, которые за нас жизнь свою положили. Храни Господи всех. Спасибо, Господи. Спасибо. Долгие годы возвращались репрессированные из сталинских лагерей. Многие священники приняли там смерть. Только некоторым посчастливилось остаться в живых. Кадров для вновь открытых семинарий катастрофически не хватало. Через 2 года после окончания войны открылась и Минская духовная семинария с отделением в Жировицах. К тому времени Бог судил 19-летнему Владимиру Шуста стать священником. Ну, а так нет, да, вот в 47-м году семинарии открыли, в 47-м году. Вот я в 47-м году, вот я поступил в семинарию. Экзамены сдал, потому что это было поступающих, человек 70 были, 80, а приняли всего лишь 37 человек, 40. Я даже, откровенно говоря, и побаивался даже поступать, потому что думаю, что если это, значит, уже быть священником, надо будет на высоте быть, вот. И думаю, что ж я, а я был человек, как и все, грешные, и думаю, нет, это вот уж ответственность большая перед Богом.
Ну, мы с отцом Иосианом практически посвящались в один год. Я посвятился в священники 14 августа 1955 года, а он 21 ноября 1955 года. Практически нам сейчас, ему и мне в этом году будет по 50 лет службы, юбилей будет. Вот. Он был сразу на Осташков, ну, он кончил академию ленинградскую. И, конечно, в общем, был такой уважаемый, так сказать, ему дали город. Я до этого только закончил семинарию, и тоже даже не полностью. Меня поселили в село Красное. Но мы так были недалеко друг от друга. У нашего батюшки все вот даты, они как бы вот особые, знаменательные. Вот рождение, крещение. Так, рукоположение было в архистратига Божия Михаила. Вот. И потом все вот знамения такие были, когда он возвращался после рукоположения, я уже говорила, что одна дорога была черный асфальт, а когда он возвращался в Осташков, здесь выпал снег ровно по осевой линии. Это вообще небывалый случай. Вырос я в Осташкове. Отца помню с детства. Ну, со сколька, может, помните, ребенок? Наверное, лет с 3-4. Всегда ассоциация была такая. Очень добрая с ним, как бы. Вот всегда помнится, уже с детства, полный дом людей. Всегда кто-то приходил, приезжали из Москвы, из Санкт-Петербурга, тогда назывался Ленинград. Все время были какие-то гости, все время приезжали и отдыхать, и как-то и пообщаться по-духовному. Священнослужителей много приезжало. Помню его на службе, потому что как бы каждое воскресенье, суббота-воскресенье всегда ходили в церковь. Помню, как он служил. Служил он один, тогда помощников у него не было. Город был все-таки достаточно большой, количество прихожан было достаточно приличное. Отношение всегда к нему было со стороны простых людей, всегда было очень хорошее. Я живу здесь с 1952 года, угу. Вот здесь. А батюшку Васяна, знаете, с 50 получается? 61-го? 61-го, когда вот мама. Когда маму отпевали, да. То есть фактически вы с ним знакомы 44 года? Да. Отца архимандрита, отца Васяна, я знаю очень давно. Это было 1961 год, когда было гонение на священство. У меня получилась такая необходимость обратиться к отцу Васяну. Моя мать православная христианка, она тяжело болела, ей нужен был священник. И я обратилась к отцу Васяну. Отец Васян, несмотря на то, что могли за это преследовать, он прислал священника. И все, что необходимо, сделали и выполнили. Я очень благодарна. Соборовали маму, причастили? Все сделали, что необходимо. Это непростой вопрос был, вот прислать священника. Это сейчас просто. А тогда это был уже... Поступок. Да. Он и мою дочку крестил, и всех внучат перекрестил. Угу. К нему ходила. А было запрещено, запрещено. А я приду к этой старости, вот, поговорю, надо как-то крестить. Она скажет, вот встань туда, чтобы в случае чего ты будешь как лишняя, мало ли, придет проверка, вот она говорит, придет проверка из исполкома. То есть тайно крестили, фактически как бы... Да, 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 тайно. Почему? Потому что надо были паспорта. Паспорта и все надо. А я крестила без паспортов. Ведь отец Васян весь район и город крестил, обвенчал и отпел. Политика мира, проводимая Советским Союзом, вытекает из социалистического характера нашего всенародного государства, из благородных целей строительства коммунистического общества. Все наши помыслы устремлены к созиданию и только к созиданию, к построению коммунизма. Эти возвышенные цели партии советского народа еще раз продемонстрировал ноябрьский пленум Центрального комитета нашей партии.
Коммунизм, как известно, мы не построили, да и не смогли бы. Но вот гонения на церковь были страшные. Хрущев торжественно обещал советскому народу, что уже нынешнее поколение увидит последнего попа. Тех, кто искренне хотел быть священником, лишали работы, травили как зверей, избивали, добиваясь отказа от Бога. Именно при Хрущеве были отданы за апельсины русские земли в Израиле, на Святой Земле, которые трудами Русского Палестинского Общества и архимандрита Антония были куплены за большие деньги. Власть, она постоянно советская, она порочила церковь и, конечно, священнослужителей. И, конечно, были очень негативные статьи в местных газетах, которые просто писали клевету на священника, его о моральном образе жизни и многом другом. Все это батюшка вынес. Получалось так, что слушали проповеди, просили доносы писать на священников. И отец Васян был такой гонимый, но что удивительно, он никогда никого не предавал. Наоборот, он к себе в Осташков приглашал таких вот опальных священников. Он брал людей, которые не имели духовного образования. То есть за это, конечно, преследовался батюшка очень сильно. Вот, действительно, вот и так было тогда. А тогда был вообще беспредел. Ну, сейчас он-то одинаково, может быть, беспредел. А тогда, если там в каких направлениях был беспредел, вот, что касается религии, это дозволялось все. Пиши, что хочешь, сколько хочешь и как хочешь. И так, конечно, мы писали. Многое писали. Он же тяжело переживал. Он каждый раз так болезненно даже переживал за это все. Потому что он, особенно когда что-то писали на преподобного, что-то там еще такое, конечно, для него была это такая боль все. Из 20 тысяч храмов, которые были в России перед вступлением во власть Хрущева, значит, 10 потом во время его правления были закрыты. 10 тысяч, понимаете? И, конечно, на наших глазах закрывались кругом храмы. Вот у меня в Торжовском районе, значит, было 6 церквей или 5, значит, осталось Маятба. Все были закрыты в районе. Они хотели сделать без религиозный район, так сказать. Ну, вот я так-то удержал свой храм, и с тех пор там служба есть. У отца Васяна была картина не легче, понимаете. У него, во-первых, были мощи. Пытались эти мощи забрать, понимаете, не один раз там, понимаете. Вот, и под всяким предлогом, то другое, значит. И вдруг, это самое, в Осташковской газете пишут, что возвратить мощи в это самое музей, это реликвия музея, это не церковные мощи. Меня вызывают исполком, даже в райком. Возвращайте мощи. Полномоченный, да? А что тогда уполномоченный назначил? Значит, епископ дает указ, что я туда назначаюсь. Полномоченный справку дает. Полномоченный, если заберет справку, а на этот указ, на этот архиерей никто там не смотрит. Все, ты служить не можешь, не день. Ну вот. И полномоченный говорит, это не ваши мощи, это не церковные. Вот, у них есть документ, что-то их, покажите в документы. А тогда, знаете, откровенно говоря, передавали вот. Никто же не подумал, что это в документе. Ну, акт составим. И вот давай-то смытарить меня. Два раза в двух Осташковских газетах, в двух номерах Осташковской газеты писали. А также в Тверской, Калининская правда. Калининская правда. Вот, да, там да, написали опять. Хоть давай мощь все отдавай. Ну как мощь это все? Я просто ужас. Я и сюда, и туда, и куда я только, даже в Москву ездил. Ну, с кем-то поговорить, думаю, как это? Ну, что-то надо сделать, уж ни с тем не считаясь. Но Божьей милостью мне кое-кто нечто подсказал. Тут я и сам немножко что-то соображал, потому что уже, так сказать, покоя мне не было. Вот. Ну, если, видимо, молитва преподобного Нила, и вдруг, как сказать, все улеглось, и все, мощи так и остались. Вот. Ну, вот Бог миловал. Пережили мы и этот момент, и это время. Понимаете, пережили.
В этом старом домике протоиерей Владимир счастливо прожил со своей супругой Лидией. Как говорят, душа в душу. Они вырастили двоих детей. В 1957 году родилась девочка Ирина, а через 4 года сын Виктор. В Осташкове многие помнят матушку Лидию и очень хорошо отзываются о ней. Но в 1983 году она неожиданно ушла из жизни. Святыми упокой, Христе, душу рабы твоя я, и где же нет болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Упокой, Господи, душу усопшая, рабы твоя я. О блаженнем успенье вечный покой подашь, Господи, усопшей рабе твоей, преснопамятной Лидии, и сотвори ей вечную память, вечная память. Вечная память, вечная память. Душа ее во благих водворится, память ее в род и род. Положение недели на 2,5 легкого 3, побыла в больнице и умерла. А, собственно говоря, причина я даже и сам не знаю. И никто даже не знает. Ну, ведь такая Божья воля, потому что, она выглядела прекрасно же, вот. И не было, так сказать, никакой причины для того, чтобы скорой смерти, нет? Это просто Бог так уж благословил. Десятилетия Великого Октября выборы проходили в обстановке особой приподнятости. За кандидатов нерушимого блока коммунистов и беспартийных отдал свой голос генеральный секретарь ЦК КПСС, председатель Президиума Верховного Совета СССР Леонид Ильич Брежнев. Буду делать все от меня зависящее, чтобы любимая страна наша крепла, процветала, чтобы жизнь советских людей все больше улучшалась, чтобы укреплялся мир на земле и развивалось доброе сотрудничество между народами. Брежнев стал совершенно по-другому почувствовал. Я сам почувствовал облегчение полностью. Не было того давления, как при Хрущеве. Так что Брежнев, когда даже его, так сказать, пародируют, я всегда очень возмущен. Я ж
считаю, что Брежнев был порядочный человек. Удивительно, судьба меня свела и с семьей батюшки Васиана. У него замечательные дети и удивительная жена. Она была красивая, лучезарная, такая кроткая, хорошая женщина. Она заболела гриппом, получила осложнение на сердце. И я помню, когда приходила к ним домой, и она мне рассказывала, как ей тяжело, как батюшка помогал ей, помогал сделать операцию ей в Москве, чтобы ей сделали операцию в Москве. И после операции, я помню, она приехала такая довольная, она мне показывала шрам на груди после следы как бы операции. Но через 2 года после операции она умерла, скончалась. Это, конечно, было трагедией для всех жителей города и для батюшки. Батюшка очень плакал. И мы все, для нас это была большая потеря. И после этого как-то батюшка принял для себя решение какое-то и вел такой вот удивительно молитвенный образ жизни. Стал, может быть, немножечко молитвенником-затворником. Он очень много молится в своей доме, в маленьком доме, маленькая комната, почти келья такая. И когда открылся, речь пошла уже в 90-е годы, что о возрождении монастыря, естественно, что лучшего наместника, лучшего устроителя монастыря, чем отец Васиан, уже просто трудно было найти. Невозможно высказать и так, чтобы поняли все, как отец Васиан мог вот за короткий срок, за какие-то первые 4 месяца, вот начало восстановить Ниловой пустыни. Все корпуса были разрушены. Вот такое впечатление, вот если зайти на территорию монастыря, видишь вот эти разрушенные здания, глазницы от больших окон. Все сверкает, зияет. Пола нет, потолков нет, крыши плохие. Территория вся завалена. А главное то, что когда эти ломали бывшие хозяева вот эти здания, то весь цемент, кирпич, там бревна, все бросали возле стен. И за 18 лет выросли такие горы возле стен, настоящие деревья, березы и ольха. И я скажу, что это только по молитвам преподобного Нила Славянского Чудотворца все так быстро решилось. Он начал строить в первую очередь склад у него с батюшкой. Что вы склад-то строите? Надо келью строить. А он ответил так: будет склад, будут продукты, будут и насельники. И вы знаете, 18 лет ломали, а за 3 месяца, за 90 дней очистили территорию. Вот батюшки стали каноны читать. Свечки в руках, а темно, и лик от свечей этот блик по стенам так отражался. Вот так все сразу же началось. Это только заслуга отца, конечно, отца Васиана.
со всей округи, со всех окрестностей сюда приходили люди в день обретения мощей преподобного Нила, чтобы поклониться угоднику Божий и спросить у его благословения. А по воде приходили? Попросить помощи. Но вот особенно впечатляюще было то, что всегда, ежегодно с Осташкова совершался крестный ход по воде в Нилову пустынь. Была устроена специальная баржа. Лодочники одеты все в одну форму. И вот тащили на своих лодчонках эту баржу. В баржу собирались священнослужители с певшими хоругвами со всех храмов города Осташкова. Именно день памяти преподобного Нила нам подарили прекрасные колокола. Это, конечно, великая заслуга всего коллектива, а главным образом директора завода Панкратова Павла Борисовича, возглавляющего экскаваторный коллектив экскаваторного завода. Благословляется и освящается компания сия, благодати сия Святого Духа, окропление воды сия священные во имя Отца и Сына и Святого Духа. Вернулись колокола, а вскоре был получен еще один бесценный дар от завода – церковная утварь. Возвратились, наконец, и святые мощи преподобного Нила, Столобенского чудотворца, туда, где им и надлежит покоиться. Батюшка Васян – удивительный молитвенник. В советское время он один из немногих священников, который мог продержаться на одном месте, который мог служить в одном месте. И кроме того, что он служил в Знаменском соборе Осташкова, он служил в заброшенных совершенно храмах, в местах удивительных святынях России. В 89-м году он первый со своими помощниками поехал и освятил исток реки Волги. И сейчас освящение истока Волги стало уже хорошей, доброй традицией, а начинал это батюшка Васян. Кроме того, у нас сейчас мы хорошо знаем, почитаем и любим место. Место явления чудотворных икон Оковецкой Ржевской иконы Богоматери. Это в Сележаровском районе. И туда батюшка ездил в разрушенный храм в 70-е годы со своими певчими в праздник явления вот этих чудотворных икон, и там служил молебен. Батюшка на свой страх и риск вел службу, потому что служить в Оковцах не разрешалось. Надежда душ наши, зиждители всех утроби твоей зачинствия, Дева всенепорочная, молитвами твоими спаси души наша. Не презри моления твоих рабов, молимся, владычица всепетая, я когда избавимся всякого обстояния, не долгой всякие болезни и бед нас освободи. Священному твоему покрову прибегающий. Господи, люди твоя, и благослови нас твое, и твое сохранение. На озеро Селигер я приехал в 91-м году, где
познакомился с удивительным и замечательным человеком, отцом Васяном, который стал духовником моей семьи, крестил и внуков, и детей, и супругу, и все хорошие дела делались в нашей семье по благословению и с молитвенной помощью этого замечательного подвижника православия. На берегу Селигера, красивейшего озера Тверской области, в поселке Сосницы, всего за один год был возведен двухэтажный деревянный храм в честь основателя Неовой пустыни преподобного Германа Столоменского. Помимо того, что эта церковь построена в лучших традициях русского северного деревянного зодчества, это первый в мире храм, посвященный преподобному Герману Столоменскому. Строительство храма и все хлопоты по его внутреннему убранству взяло на себя братство во имя преподобного Германа и Нила Столоменских. Владыка Виктор 2 года тому назад освящал закладку храма. Вместе я тоже присутствовал при этом благом деле. Иисусе во гробе живот даровал, Христос воскресе из мертвой смерти, Господь бобра, Иисусе во гробе живот даровал, Христос воскресе из мертвой смерти, Господь бобра, Иисусе во гробе живот даровал. Воскликните, Господи, милий. Спаси, Господи, всех, кто возводил, украшал и освящал этот величественный храм в честь святых угодников Божьих, преподобного Германа и Нила Столобенских. Мы верим, что Господь не забудет нелегкие труды строителей, художников, благотворителей и старицы и воздаст им в Царстве Божьем. Вся земля. Поразило вот именно в старце Васяне, нашем наместнике, его молитва. Кто был вместе с ним во время литургии, на всякого человека остается большим впечатлением вот именно тот молитвенный настрой, который имеет отец Васян. И сила его молитвы столь велика, что поистине эта молитва, исходящая из его уст, из его сердца, объединяет всех стоящих вокруг престола и в храме. Вот почему он имеет такую большую любовь и, так можно современным языком сказать, популярность среди прихожан и своих чад, братьев. То можно сказать просто, пастырь добрый, вот по-евангельски, добрый пастырь, он все делает с любовью, понимаете? И вот эта любовь, которую он имеет, его конкретно характеризует. Вот именно по-евангельски Бог есть любовь. Эту любовь имеет священник, и эта любовь исходит через него окружающим людям. Вот что можно сказать. Поменет Господь Бог во Царстве Своем всегда, ныне и присно, и во веки. Охватывая мысленным взором те десятилетия, что мы прожили без Бога, с содроганием думаешь, сколько же скорбей выпало на долю России, а более всего на долю русского священства,
которая сохранила самое лучшее, что есть в нашем народе – милосердие и веру. На таких, как архимандрит Вассиан, и держалась, и держится вся Россия. Ты до боли нежная, вечеров печаль, грусть моя безбрежная, раненная даль. В тишине березовой, в сокровенный час, серебром колодезным ты крестила нас. Серебром колодезным ты крестила нас. Ты такая грешная, с верою святой, то глядишь невестою, то молчишь вдовой. Под снегами талыми плачет колея, отдохни, усталая, родина моя. Отдохни, усталая, родина моя. В слезах полей, в крестах церквей живет надежда, любовь и сила. Храни тебя от горьких дней, моя Россия, 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 моя Россия, Россия, Россия. Судьба России, вот я в это верю, она связана только с церковью. И мы сейчас выйдем из этого вот тяжелого положения, смотрим время, мы выйдем только благодаря тому, если мы будем сейчас в союзе с церковью, если мы вот объединимся с церковью, мы примем идеологию церкви. Вот все церковное примем, вот просто там мы-то вот спасемся. Если мы сейчас будем вот как сейчас еще никак вот межеваться, понимаете, вот пока мы будем межеваться, мы так и будем мучиться, понимаете. Вот примет церковь и сразу пойдут у нас дела хорошо, как и во время войны. И я думаю, что если сейчас еще организуем армию, мы опять выйдем на уровень мировых держав. Выйдем. Ты сама не ведала, что в тебе сильнее, запрягала медленно, загнала коней. Под снегами талыми плачет колея. Отдохни, усталая, родина моя. Отдохни, усталая, родина моя. В слезах полей, в крестах церквей живет надежда, любовь и сила. Храни тебя от горьких дней, моя Россия, 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 моя Россия, Россия, Россия.